Уникальную находку сделали французские археологи во время раскопок маленьких Помпеев. Так назвали древний город, руины которого случайно обнаружили на территории Сент-Коломбо, недалеко от города Вьен. При раскопках здания археологи нашли вещи римского легионера. Среди них короткий меч и доспехи. Находка датируется серединой первого века. Очень редко встречаются во время раскопок вещи легионеров. Обычно таких находок мы не делаем. Это исключительное. Ученые также нашли рядом древние гвозди и петли. Они полагают, что вещи легионера хранились в деревянном сундуке. Город построили при Юлии Цезаре в начале нашей эры. Он процветал много десятилетий, но в III веке жители его покинули. Причина – пожары. Оставленный ими пепел словно законсервировал город и многое сохранил до наших времен. Людям пришлось бежать от пожаров. Все их вещи остались в домах, в торговых лавках, в общественных зданиях, так же, как это было в Помпеях во время извержения Везувия. Жители убежали, а все их вещи законсервировала лава. Здесь произошло то же самое благодаря пеплу. Археологи нашли руины общественного здания, перед которым когда-то бил фонтан. Они полагают, что там располагалась школа философии. Также они раскопали остатки римского рынка со складами и лавочками, храм, два жилых дома и дренажную систему. Это древний Рим в миниатюре. Здесь были общественные и частные здания, лавки ремесленников, дороги и гавань. Это феноменальное открытие. Площадь раскопок в Сент-Коломбе – 7000 квадратных метров. Археологические работы продлятся до конца года.